А Министерство труда и социальной защиты предлагает постепенно за 10 лет довести выслугу лет у медицинских, педагогических и творческих работников до общего трудового стажа в стране. И Тартас цитирует заместителя министра труда и соцзащиты Андрея Пудова, который сказал, что в настоящее время за педагогических, медицинских и творческих работников страховые взносы в пенсионную систему дополнительно не перечисляются. Соответственно, никаких дополнительных источников финансирования за эту категорию в пенсионной системе не формируется. Также он сообщил, что предположительно с 2015 года каждому году, который проработал врач или учитель, будет прибавляться по 6 месяцев, если специалист живет в городе, и по 3 месяца, если на селе. Таким образом, к 2025 году выслуга у этих категорий будет такой же, какая заложена в стратегии для всех остальных граждан – 35 лет. Сейчас для того, чтобы получить пенсию, учителя должны отработать 25 лет, медики – 30.